Очень конструктивную позицию выразила Российская академия наук, Государственная библиотека иностранной литературы. И получилось, что первый оргкомитет, он не просто затвердил хорошо проработанную и согласованную со всеми ведомствами программу, но и уже на первом оргкомитете были приняты очень важные и интересные предложения. И первое из них – провести второе заседание оргкомитета по 200-летию Толстого на территории Брянской области, чтобы все представители заинтересованных учреждений федерального уровня и ведомств побывали в музее Алексея Константиновича Толстого, и каждый для себя увидел уже более конкретные перспективы участия каждого ведомства в этом юбилее.